между двумя словами есть точка. До старта тотального диктанта осталось чуть больше месяца. Проверить свою грамотность можно будет 14 апреля. В Татарстане на 50 площадках. Самые крупные — в Казанском университете и Доме дружбы народов. Поскольку писать диктант будут по всему миру, то и диктовать текст будут трижды. Каждая из частей диктуется в своей часовой зоне, потому что тотальный диктант проходит во многих часовых поясах. И первый текст пишут на Дальнем Востоке, второй в Западной Сибири на Урале, а третий в европейской части России и в Европе. В прошлом году тотальный диктант писали 200 тысяч человек в 71 стране. В этом, надеются организаторы образовательной акции, участников будет 250 тысяч. Уже точно известно, что к диктанту присоединились новички – Венгрия и Катар. Причем автор текста уже предупредил, на что нужно обратить внимание, чтобы было меньше ошибок. Гузель Яхина анонсировала, что в ее диктанте будет встречаться точка с запятой, можно обязательно повторить это правило. И у нас возник такой неформальный слоган тотального диктанта этого года: мы продвигаем точку с запятой. По опыту прошлых лет, чаще всего участники акции неправильно расставляют запятые в сложных предложениях, ошибаются с написанием «Н» и двойного «Н» в причастиях. До проверки грамотности еще месяц, и подготовиться можно на сайте тотального диктанта. Там разобраны тексты прошлых лет и есть упражнения на определенные правила. Алексей Кулешов, Максим Малов, телеканал «Эфир».